Разводить костры можно в безветренную погоду, предварительно расчистив территорию вокруг участка. При этом расстояние до ближайшей постройки должно быть не менее 50 метров. При себе нужно иметь огнетушитель. Напомню, в октябре 2016-го глава Кубани Вениамин Кондратьев предложил установить особый порядок утилизации рисовой стерни. Теперь он вступил в действие. Рисовая солома по своим свойствам имеет довольно плотный характер. На сегодняшний момент во всем мире, значит, еще нет технической операции, которая способна ее измельчать должным способом. В старые времена применяли способ сжигания рисовой соломы для утилизации этой массы. Значит, на сегодняшний момент и мы теперь имеем такую самую возможность. Отмечу, что сжигать сухую траву на землях сельхозназначения по-прежнему запрещено.